Не, ну, блядь, ну на казахском вас точно никто не поздравлял, поэтому, эй, Катакбастар, Куздын Басталумин Кутыктаймын, блядь. Желаю не провалить сессию, не числиться, не остаться на второй год, жить на полную катушку. Ну а так, похуй на всех. И нахуй выйдите, блядь, с Твича, ну Твич, ну нахуй оно вам надо, блядь. Живите жизнью, нахуй вы на них смотрите, на всех. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, чтобы, блядь, подождите. Всех с праздником Пасхи. Желаю всем счастья, удачи, чтобы мама всегда борщ дома готовила. Короче, малышки, я пока сужу в туалете и хотел бы вам вот что сказать. Уже наступил конец лета. Уже наступил конец лета. Все, теперь нормально. Не спрашивайте, почему я записываю в ванне, но я просто собираюсь купаться. Короче, что хотел сказать? Уже наступил конец лета, и лето было, конечно, сложным, вот, но тем не менее, все равно оно было достаточно охуенным. Вот, я очень благодарен всем, с кем познакомился. Если еще не познакомился с вами, то ну, не благодарен, но как бы можем исправить это. Вот, следующее лето будет еще более охуенным. Все хорошо, школьникам соболезную, ну как бы, мужики, что я могу сказать? Поправляйтесь, так сказать. Всем удачи, шараут, колми, ББ, козлодеры на месте. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Вот, что там еще, ББ. Всем пока. Я сейчас на паре, ну и хуй с ним. Блять, короче, хочу пожелать всем... Всем нашим, нахуй. Плотную. Чтобы у всех все, нахуй, что запланировали, вот вы. Чтобы оно сбылось поскорее. Ну, чтобы главное сбылось. Чтобы жилось вам хорошо и по кайфу. Главное, чтобы по кайфу жилось. В общем, всех благ, мира, любви, умиротворения. Я все. Всех целую. Ребята, спасибо за лето и за то, что были с нами. Надеюсь, мы подарили вам кучу положительных эмоций и будем дальше вас радовать стримами. What's up, козлодёры? Вы охуенные ребята. Спасибо Юре и Илье и всяким монтажерам, которые помогают им. Вы делаете охуенные посты. Веселые, интересные. И вообще, козлодёры скоро захватят вообще весь Twitch, весь Telegram, все захватят. Все будут называться козлодёрами. Вот, а у истоков стояли мы. Крутышки, развитие, продвижение и миллион подписчиков. Ребят, спасибо вам за 3 месяца лета. Хочу поблагодарить каждого, кто был на моих стримах, там, кто подписан на козлодеров, козлы, это хайп 2022. Поэтому, ребят, желаю вам хороших уроков, хороших пар. Да, всем спасибо за лето, всех люблю, тудым-сюдым. Короче, нах, лето вот недавно закончилось. Бля, вы вообще, вряд ли меня все знаете, нахуй. Ну, если кто-то знает, то если не знаете, то подписывайтесь. Спасибо, ребят, всем за это лето. Я думаю, что оно было реально насыщенным для каждого, кто сейчас записывает данное поздравление. Спасибо всем за поддержку, спасибо козлодерам за то, что они вообще ну, делают свой контент, бля, красавчики реально. What's up, у меня там пиздец, крики, нахуй, ебать, там режут кого-то, бля, осуждаю. Короче, всем спасибо. Я сейчас немножко пьяный, ну, может быть, оно даже и лучше. Все, всем пока. Ну, что, блядь, что-то нахуй, короче, в пизду. Хуйни на пизде, бля. Бля, ну, можете там что-то поездить, чуть не вырезать. Ну, короче, бля, ладно, ставлять похуй. Ребята, ребята, котята мои, всех поздравляю с наступившим этим, этот, 8 марта, вот. А всех с окончанием летних лета, вот. Этот лето было хорошее, классное, мы все веселились, всем было классно и весело, просто ржака, усаться, хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот, надеюсь, ну, этот, лето крутое было, вот, этот, ну, стримов много было, вау, типа, все новых друзей там себе нашли, вау, типа, продуктивные были все, молодцы такие, встречались много и рело делали, вот, еще этот, надеюсь, у всех учебный год хороший будет, чтобы вас там не исключили, чтобы...
мама там вас любила, папа не разочаровывался, бабушка тоже была не усатая. Вот, всех с праздником. Здорово. Короче, че? Вот, конец лета, типа, да. Ну, объективно говоря, летом, ну, не круто. Ну, типа, что-то жить хочется, да. А вот осень, ой, блядь, осень, зима, вообще заебок умираешь и заебись так, типа, сидишь. Думаешь, ебать, все серое, пизда, так. Короче, что я могу сказать? Козлодёры лучшие, бля. Стримеры все выблядки. Я тоже. Я особенно, бля. Вот. Чатеры еще хуже, бля, чем стримеры, бля. Вообще долбоёбы. Вы прикиньте, бля, стримеры хотя бы деньги получают. Типа, хотя бы копейки какие-то за стримы. А вы, блядь, бесплатно этих долбоёбов сидите в чате. Пишите что-то, бля, вообще крытые. Короче, я не знаю, что сказать вам, бля. Респект всем, реально. Все, кто не сдулись, бля, и стримят хороши. Все, кто в чате сидят, вы долбоёбы, повторяйтесь. Вообще крытые. Вот, козлодёры лучшие, нахуй. Пиздатый сквад, идите нахуй, вы, блядки. Нищета. Ладно. Без конфликтов. Only positive meta, я не дотер. Ну что могу сказать? Что? Даже не знаю. Баха, респект. Фэнди малой. Здорово. Пока что без респекта. Кути Пенка, шлюха ёбаная. Но респект. Илья Лыкснер, я твою маму уважаю, что родила такого нытика замечательного. Че еще, кто там есть? Лёша в Саджи. Лёша в Саджи. Ну, тоже такой мальчик. Неплохой, неплохой. Вот, нихуёвый. Кому еще можем привет передать? Маме, папе, деду. А 2 минуты слишком много для этой хуйни или нет? Мне похуй. Креатору привет. Вот, Косте, да. Ну, короче, всем, блядь, впадлу отдельно называть. Витя, бля, разбился, жалко, соболезную. Я все сказал. Передаю слова поддержки следующему человеку. Ну или не люди, не знаю, похуй. Героин. Дубаная устрица, бля, добрый вечер, козлодёры, доброе утро, козлодёры, добрый день, да какая нахуй разница, что у вас там, доброго чего у вас там бы и не было, мне вообще до пизды. Я хочу вам сказать, ебать, что вы реально крутые чуваки, крутые пацаны, ну и девочки тоже, бля, ну это так, чисто аккуратненько, потихонечку. Вот. Короче, я надеюсь, что ваше лето прошло вообще замечательно, заебательно и просто охуительно. Вот, что вы его не проебали, что вы, бля, охуенно что-нибудь сделали, чтобы что там мальчики, бля, девочку какую-нибудь там, бэмс, дэмс, бури-рури, они дома сидели, бля, писю свою трогали, бля, тремя пальчиками своими ебаными. Вот. Сейчас. Отдышаться надо немножко. Момент. Вот, что девочки там тоже, там, бури-рури, с мальчиками, с девочками, неважно с кем, бля. Ну, короче, что у вас все было заебись вообще, я надеюсь. Вот. Желаю вашим новым учебным году вам реально успехов. Получать пятерки, выполнять домашнее задание, ходить на физкультуру, нахуй. Потому что дома оно сидеть пиздато, конечно, но физкультурой, ебать, заниматься надо. Это вам, ебать, не хуйня какая-то. Это, ебать, реальная жизнь, реальная... Реальный спорт. Вот. Бля, ёбаные сигареты, бля, ой, электронные сигареты. Не курите эту хуйню, реально. Бросайте нахуй в туалетах, снюсы не кидайте, бля. Курите нормальную шм... Не туда сказал, извиняюсь. Это, ешьте фрукты, ягоды там, тудым-сюдым, витаминчики, короче, чтобы все у вас было реально заебись. Вот, маму там слушайтесь, если мамы нет, бля, и соболезную реально, ну, блядь, папу тогда слушайтесь, если папы, то бабушку слушайтесь, бля, если нет никого, то, ебать, самого себя слушайте, бля, и все у вас будет заебись. Фух, нихуя, бля, растянул залупу, пиздец. Короче, ебать, обнял, приподнял, в пупочку просто. И все. Вот. Все, ебать. ББ. Я Линнайт. Или Леня.
Это лето принесло мне много разочарований, но также и много плюсов. Как я и хотел, я переехал в офис, начал стримить, спокойно от родителей съехал. Сейчас живу в красивой квартире, в которой буду продолжать стримить, заодно скоро и найду работу. Я встретил Козлодеров. Это лучший паблик, который постит стримеров, постит людей, которые действительно заслуживают этого, делают крутой контент. Конец лета для меня стал не то что неожиданностью, оно слишком быстро пролетело. То, что я делал, с кем я познакомился, что я осознал, это для меня самое главное. Я желаю Козлодерам самого лучшего, чтобы они продвинулись, и их самые популярные стримеры заметили и приютили к себе. Чтобы такие стримеры, как Братишкин, Эвилон и Фрик Сквад, 89-й Сквад и остальные, заметили таких талантливых деятелей. Потому что Stream Insight выкладывал только ради рекламы, а Козлодеры делали это от души. На этом у меня все. Короче, Козлодерки вообще топ. Аудитория Твича, вы все тоже топ, всех люблю, целую. Все такие няшки-стесняшки. И это лето нам подарило очень классных много-много людей. Вот, мы со всеми познакомились, столько было коллабов. Вот, я стала интервьюером. Да, блядь, разговаривать не научилась, но все же. Вот, создался прекрасный паблик, где происходят прекрасные, благодаря этому паблику, ивенты, коллабы, вот. Благодаря Твичику я встретилась с Юрой Аском, Лёшей в Саджи. Вообще круто завеселим, вот. Так что желаю процветания Козлодеров. И думаю, в следующем году мы всех разъебем просто, блядь, нашей, ну, такой армии, блядь, небольшой. Просто выебем всех в рот, короче. Ну, от души, как ну, ты написал, да, от души просто всех в пупочке. Эти вот они ваши козлодеры, вот эти ваши твичи, вот эти ваши стримеры. Вот это вот все, туру-пуру. А вообще хочу пожелать удачи в учебном году, да и в принципе, чтобы все было отлично, чтобы успели, стояли на вас и у вас, и деньги были вообще, у меня тут вот листья вообще бечат. Ну, в принципе, что в этом плохого, да? Ну и в принципе, я с вами полностью солидарен, поэтому просто желаю вам удачи вот от этого кряшика, хуяшика, чтобы все было чики-пуки-бомбони, бля. А самое главное, не забывайте, к чему вы хотите двигаться, и всегда ищите то, что вам интересно. Да, скажем, смысл жизни в том, чтобы найти этот смысл. Big love from Kreasha. Big love from Kreasha. Привет всем козлодерам, поздравляю вас с окончанием лета. Держите в голове одну мысль. Если орел летит в небе и видит другую птицу, он понимает, что в птице там тоже орел. Лето было супер, конечно. Стримеры вообще, как обычно, делали жесткий контент на уровне Marvel. Спасибо большое типам в чате, что смотрят, так сказать. Спасибо, что это смайлики красивые отправляют. Вот, вообще контент вообще бешеный, планируется, будет вообще, да, далее, дальше, короче, только лучше будет все, вот. Козлодеры, топчик, там все дела, вот это, стримеры вообще красавчики, контент делают бешеный, премиум, просто Twitch премиум, пацаны, поехали. Йоу, шараут, козлодеры, как у вас лето прошло, у нас отлично. Спасибо всем, что поддерживали, смотрели, в принципе, наблюдали за нами, за пабликом. Спасибо, что развиваете его, продвигаете. Спасибо ребятам, которые ставят реакции. Отдельное спасибо ребятам, которые пишут комментарии. Всех люблю, Big Love. Спасибо, парни. Бля, козлодеры, охуительный паблик. Вот с этим первое оперели, бля, я просто выпал, нахуй, сука. Это легенды, бля. Утро этого дня, небо это...